Батарея лопнула, да? Да. И на кухне, и здесь. Вот здесь вот батарея лопнула. Вот поставили, да? Оставил что? Поставили. Ребята, соседи свои ставили. Это за свои деньги, да, поставили? Нет, устанавливали. Три месяца мы добивались, и вот привезли все-таки, везде писали, везде просили, требовали. Это волонтеры, а где Акимат? Нет. Башиколя вы сказали, да? А? Башиколя привезли. То есть кипяток бил на пора, то есть вода... А уже дали, да? Нет, еще неизвестно, все рваное в подвале. В подвале еще не все. Все выдавило морозом. Это дом тоже вот неделю, да? Да. 27 числа получается, да. 28 числа включили воду. И воды, ничего. И все, вот мы до сих пор, ни воды, ни тепла вообще. Я знаю, что вы мать-одиночка, да? Да, да. Он двое детей, да? А дети где? У меня сейчас. У сестры, вот зятя, приютили они нас, потому что здесь невозможно находиться. Сейчас в Екибастузе школы не работают, да? Ни одна школа не работает. Садики вроде тоже не работают, да? Здесь даже некоторые вроде университеты не работают. Ну, на удаленке, да? Да. Все на дистанционное обучение. Понимаете, что вот такая катастрофа. Ситуация тяжелая вообще, катастрофическая. Во дворы привозят биотуалеты, потому что канализации разорвало тоже. То есть вообще все страшно. Видите, да, что творится? Вот это вот, как вот здесь находиться? Да, вот здесь вы видите лед. Все замерзло. Обои все вздулись, все везде, прям вообще, видите, прям невозможно. Вообще это надо все фиксировать. Я снимала, документировать, потому что надо требовать компенсацию. Конечно. Кухня. Здесь тоже рваная батарея, смотрите. То же самое, тоже так же все заменили. Здесь тоже било. Все было в пару, я боюсь себе включать что-то. Все, со всего абсолютно текло. Било в стену, вон грязь. Все так же, смотрите на окно, что делается. Как вот здесь можно вообще находиться? Да, вот, пар вот. Сорта идет. Здесь невозможно холодно. Еще и первый этаж. Пришлось пробурить в подвал дыры, чтобы спустилась вода, потому что был страшнейший поток здесь. Прямо кипятком било.